дверцу капота открыли, пойдем посмотрим, что там. Моет капотик. Зверь V8. 500 с лишним лошадок. 600 с лишним до крутящего момента, по-моему. V8. Объем 4. Пайлян. Пайлян. Да. Это 4.0T, наверное, да? Это машина 4.0T. 5.0T. 5.0T. Моет, драйвит его. Красавчик. Ну, оригинальный цвет у него, конечно, белый. Его черной пленкой обтянули. Его, по-моему, изначально зеленой пленкой обтягивали, потом сверху еще обтянули черной пленкой. Объем 4, объем 4. Что я смотрел в интернете, у него объем 4. V8 битурбо. По-моему, вот машинка немножко подуставшая. Мне так кажется. Может, внешне она подуставшая. Морда у него, правда, очень длинная. V8 битурбо. Красота. Тица, да? Тица. От 0 до 100 3,7, по-моему, 3,8 секунд от 0 до 100. И от 100 до 200 7 секунд. Антибукс включен. 因为它是后驱嘛，我一给油，马力大的时候起步，它。Dragracing, drift. Спрашивает, много в Кыргызстане машин у вас? Я говорю, да, много. Есть такие у нас красавцы. Мерса. Я люблю обычно трогать диски. Здесь керамические диски. Они чертовски горячие. Тачка невероятно дорогая. Просто с водительской стороны посидим. Вот такой вот красавчик у нас. GTS. Сейчас мы сядем на водительское место. А вот это интересно. Мне больше интересны органы управления. Здесь, конечно, спорткар, все по-другому. Это режимы. Как я понял, антипробуксовочная система вообще отключен. Отключенная это механика. Ну, короче, я в таких машинах не каждый день сижу, так что товарищи, которые катаются на них, они больше знают, что здесь да как. Ну, максималка 360. Ну, знакомые эти лейблы. Сзади у нас вот так вот все пусто. Панорамный люк. Вот такой вот прекрасный автомобиль. Ну, жопа у него красивая. Жопа, конечно, впечатляет. Вообще сам силуэт спортивный купе. Так что... Просто послушайте выхлоп его. Сейчас я глушителю поднесу камеру. Все, поехал красавец. Птица, да? Птица. Все.
三秒左右，三点八，三秒多，啊，0到100三秒多，零到200是7秒，嗯，刚才你看，因为它是后驱嘛，我一给油，马力大的时候起步，它对对对，所以这个打开，对对对，是不是？вот как раз он. У него антибукс включенный сейчас. Он говорит то, что если его отключить, ну мы же на дороге общего пользования, поэтому его занести может. Так что антибукс включенный у него. От 0 до 100 3,7, по-моему, 3,8 секунд. От 0 до 100. И от 100 до 200 7 секунд. Объем 4. А, вообще прекрасный автомобиль. Но его звук только чего стоит. Поблагодарил владельца этого прекрасного Мерса. Я люблю обычно трогать диски. Здесь керамические диски. Они чертовски горячие. Это пучка, а не машина, я вам скажу. Это вообще красавица. Это красавица. Это пушечка. Посижу последний раз на водительском месте. Ох, классно. Классно вообще. Морда у него, правда, очень длинная. Ну, понятно. Как вот там V8 Biturbo. Красота. Красота.